То, без чего не обходится современная кондитерка, так это без весов. Времена, когда все мерили ложками, стаканами, уже давно позади. Если мы хотим иметь всегда одинаковый, стабильный, хороший конечный результат, то мы должны четко соблюдать граммовку. Если весов у вас еще нет, то при выборе весов в магазине обращайте внимание на то, чтобы шаг измерения веса был равен единице. Иногда этот шаг равен 5. Что это значит? Это значит, что если вам нужно будет взвесить 6 либо 7 грамм желатина, вы этого сделать не сможете. Поэтому внимательно читаем описание к весам.